Man, Кис. Пока мы тут целовались со всеми своими фанатками, мы забыли, куда нам надо отправляться на следующий концерт. Или Ливан, или Грузия, или Демократическая Республика Конго, или Руанда. Руанда, куда же? Ох, ну, Джек, набрал же ты мне команду? Да, пираты сказали мне, что надо забрать команду. Да, ну давай, кого ты там взял? Паддингтона. Привет, здравствуйте, я детектив Паддингтон. Спирит. Спирит Гонзалес. О, я, конечно, обязательно помогу. И Майк Вазовский. Ну, конечно же. Я со своим глазом, я все вижу. Ну что, поехали! Некогда мне играться в куклы. Давай мультики посмотрим. Мультики? Мультики. Ай, да ладно, мультики посмотрим, да. Ничего же плохого не станет, если я с тобой, Нолик, мультики посмотрю. Эй, куда же ты, Майк? Нас становится все меньше. Как можно спать, когда нужно на свободу, когда вокруг столько всего интересного? Давай, Спирит, попробуй. Ливана. Грузия. Гайлис. Медведь. Петух. Так. Демократическая Республика Конго. О, двери от гримерки. Круто! Конго, первый балл! Руанда. Ну нет. Так. Кто в Европу искать будет? Я погуляю по Европе. Испания? Вроде не было такой. Голландия? Тоже не видел. Франция. Тут вообще-то не было европейских стран. Не там ищите. О! Чунга-чанга. Лето круглый год. Это Грузия. И Руанда. По одному баллу. Грузия и Руанда получаю. Что с тобой, Том? Живот болит. Надо покушать тебе. А какой жрать? Давайте быстро, нам на концерт надо. Мы расчешем вам кудряшки. Зачем? Нет, спасибо. Би-би-би. Расчешите их себе. Не понял, при чем тут бараны? Кто нас баранами обозвал? Среди елок и сосенок маму потерял теленок. Кого? Джек, смойся с наших глаз. Ничего ты не можешь. Вау, я свободный. Конь прерии, так само как Маквин свободный. Япония? Нету такой. Италия? Не было. Великобритания? Нет, не было у нас таких стран. О, ну, так дальше. Давайте еще одну азбуку. Демократическая Республика Конго. Хадсон. Причем тут Хадсон? Не нужен он нам.
Дальше. Грузия. Гвидо. Нет, нету таких у нас. Ливан. Э, вы забыли? У нас концерт. О чем вы вообще тут говорите? Рванда. Рамон. О, ничего не понятно. Да. Паддингтон, только у тебя получалось все хорошо делать. Да, я знаю. Спросите у Тургида. Он все будет знать. Ливан, 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 Ливан. Ливан получает. Ливан получает первый балл. Вау, принцессы. С вами можно познакомиться? Льготы, льготы. Я вижу льготы. Уйдите, чудовище. Ну ладно, ладно. О, проснулся? Да. Ну и что ты вас смешного? Ты сказал, что льготы не нравятся принцессе. Да ну их, этих принцесс. У нас и так фанаток много. Я хочу с вами. Ребята, я хочу с вами. Иди со мной. Куда ты намылилась, а? Девка гарнизонная. Дома будешь сидеть. Борщ не готовить. Эх, а я-то хотела на концерт Кис. Так, погоди, тут что-то не того. Майк, без тебя никак не можем справиться. Ну, что нужно? Самолет. А, самолет. Ну и куда мы на самолете можем улететь? В Демократическую Республику Конго. Второй балл. И Риванда. Второй балл. Самолет. Ясно. Что, еще помочь? Азбука. Вот азбука еще есть. Ну, давай. Вот, Ливан. Нету лошадок у нас. Грузия. Грузиница. Вообще не в ту степь. Демократическая Республика Конго. Дом. Дом. Это концертный зал, концертный дом. Конго, третий балл. Рванда. Робот. Нет, мы не роботы, мы живые люди. Хоть и готы, но живые люди. Спасибо, Майк. Ты нам так помог. Так, кто у нас следующий? Джейк. Джейк, ого, давайте я азбуку пройду. Рванда. Ракета. Вау, на ракете в Руанду. Это круто, давай, второй балл Руанда. Демократическая Республика Конго. Деньги. Деньги, много денег. Вау, круто, давай туда рванем. Четвертый балл Конго. Грузия. Гайка. Это не про нас. Ливан. Лупа. Это не про нас. Деньги, ты слышал? Деньги, деньги, деньги. Мани, 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 мани. Чудо мани. Ну, спирит. Так. Один концерт. Да, все правильно. Молодец, спирит. Пройдись по азбуке теперь. Вот. Один концерт где-то. Ливан. Лошадка. Я где? Да все, я пошел в Ливан. Я пошел в лошадку. Лошадка. Спирит, куда же ты? Ладно, Майк. Грузия. Грузовик. Какой грузовик? Нету грузовик у нас. Демократическая Республика Конго. Дикарка. Сами вы дикари. Рванда. Раковина. Да. Раковина. Раковина. Да. О, настало время мне поговорить с своим родственником. Привет, дальний родственник. Я тоже медведь, а ты? Перемена? Ну, давай рассказывай, Маша, куда этим вымалеванным кисам податься? В Демократическую Республику Конго. Пятый балл.
Молодец. А ты чё, Миша? Привет, Миша. Привет. Он занят. Ну ладно, в другой раз я с ним встречусь. О, Джек, у тебя осталась последняя попытка. А хотите сказать Республика Конго? Разве мы похожи на Дедов Морозов? Грузия. Это наша самая яростная фанатка. Грузия, 3-й балл. Ливан. И? Рванда. Рванда. Рыба. Рыба? Обожаю рыбу. Ладно, Рванда 4-й балл получает. Эх, Джек, не помогли мне твои кореша. Ну, надеюсь, главный эксперт поможет. И главный эксперт сегодня... Кто? Кис. Тоже кис? Вы клоны, мошенники. А, куда же нам ехать? В Демократической Республике Конго. Там же джунгли. Ничего, есть сейчас столица. Где тут концертировать? В Киншасе. В Киншасе? Это столица. Ну ладно. Демократическая республика. Итак, рок-группа. Кис. Кис. Отправляется с концертом. В Демократической республике Конго. Покупайте билеты. На наш концерт!